Господа, всем доброго времени суток. Просили меня, ну и так вообще, наверное, думаю, будет интересно попробовать поиграть через урон. Ну, различные виды, то есть я рассказывал, как играть, ну, показывал, как, сколько я набираю, чей, играя через ресурсы. И сейчас мы доблестно пробуем поиграть через урон. То есть непосредственно я взял вот такую штучку. И вот такую, и вот такую. Вот это мы не будем использовать. И возьмем еще взрывного робота. То есть, заранее, опять же, говорю, да, вот здесь вот надо, необходимо всех офицеров ставить с максимальной энергией, дабы увеличить урон наших ракетниц. Да? То есть, если здесь посмотреть на инфо, кликнуть, здесь вот на восклицательный знак, рядом с вышкой, да, здесь написано, когда будет... Слева написано, что отвечает за урон той или иной вышки. Если кликнем на восклицательный знак, то есть когда сумма мощи моих офицеров будет 380 тысяч, урон ракетницы вырастет до, ну, вот видите, до 105%. Поэтому бросаем вызов, берем, играем так, как мы через урон попробуем сыграть вот так, то есть без повышения награды. И поехали, бросаем вызов. Не знаю, что получится при вас, реально при вас сейчас. Первый раз пробую это сделать. Просто видите, у меня урон сейчас уже 200%. Это очень неплохо. То есть, если получится еще, грубо говоря, сотку добить где-то чем-то лазерами, то, в принципе, 10-ю волну я готов пройти без там супер-гипер-плюх. Там, просто за счет урона. Ну, посмотрим. Сейчас главная цель либо класс повышения награды, чтобы выпал с первого раза, либо еще урон лазеров. То есть я буду делать рестарты, покажу вот прям, как я прохожу это все. Может будет интересно, может не будет интересно. Ну, смотрите. Смотрите сами. Так, взрывные. Ну, давайте возьмем еще взрывных роботов. В принципе, иногда они нужны. То есть там есть одна волна, я не помню просто уже на... Раз в неделю, грубо говоря, прохожу эти волны. Будет одна волна, где достаточно проблематично без потерь жизни пройти. Если у вас, ну, у меня тоже, да, если нету именно взрывного робота, либо какого-то инвентаря. То есть надо либо вторую ракетницу достраивать, а ее некуда достраивать здесь. Вот. Ой, класс награды хорошо. И лазер хорошо. Давайте класс награды. Чуть что перепишу еще разочек. Класс награды возьмем сейчас. Так. Так. Это у нас надо вот так вот поставить. Вот так. Че, бахаем до второго пару вышечек. Вставляем денежки сейчас, как я уже говорил неоднократно, либо с нижней правой, да, идут, либо с нижней левой на четвертой волне. Вот, теперь вот пошло интересно. То есть урон лазеров, вот они сейчас, получается, идут отсюда. Достраиваем с этой стороны вышки. Ну, отлично. Отлично. Так. Так, все, теперь до второго уровня здесь надо достроить все. Этого нам хватит, в принципе, 4-5 волна. Мы должны, ну, пройду 100%. И на 6 волне они еще идут по верхнему левому проходу. Ну, берем ресурсы. Вариантов немного. Остальное все ерунда там из бонусов. Так, наверное, надо по разу улучшить замедление, дабы увеличить радиус действия самого замедления. И как раз у нас ресурсы закончились. Ну, как раз плюс-минус где-то как раз. И теперь готовимся сразу к 6-й волне. Так как они пойдут еще и с этой стороны. Начинаем расстраивать еще и с этой стороны. Вот так. Так, здесь замедление. Все, в принципе, я готов к следующей волне.
добацаю, наверное, до второго уровня здесь все. Пока пулеметы и лазера берем еще раз взрывного робота. Лазера и, ой, пулеметы и ракетницу я трогать не буду. Посмотрим, что получится. Сейчас на следующей волне, на седьмой, начну улучшать вот именно так до второго. Здесь до второго. Начну улучшать именно пулеметы и нашу ракетницу. Единственную. Так. Потому что седьмая волна, она вот начинается. Много маленьких бегает. Гавриков. Блин, ну урон так. Ну давайте, класс. Количество, наверное, надо начинать заново. И ждать, что первым, пока, ну, рестарт делать, пока первой наградой не будет повышение класса награды. То что-то мне не совсем нравятся награды, которые дают. Вообще ни о чем. Что-то как-то так. Такое. Такое себе, скажем так. Так, до пятого. Здесь тоже до пятого сейчас улучшим. И начнем улучшать наши боковые вышки и все вышки до... Так, что тут у нас происходит? Нет, ничего. Начинаем улучшать боковые вышки до третьего. Тут. Вот эти до третьего. Так. Урон лазеров берем. Остальное как бы не особо. В идеале, конечно, до 300 бы догнать. Как-то до девятой волны. Тогда есть шансы все пройти без суперплюхи. И где-то надо быть уже в готовности. Начинать сейчас буду тратить взрывных роботов своих. Так что, наверное, поменьше скорость пока сделаем. Так, ну здесь-то не проходят. Покуда. Так, сейчас до третьей улучшаю лазера здесь все. И чуть-чуть еще улучшу замедление, потому что... Так, вот здесь вот это вот сначала. Оп. 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 Так, замедление лучше. Ну, робота ради одного. Это даже не прошел. Тратить я не хочу. Даже один пройдет, ничего страшного. Вообще ничего страшного не вижу. Так, наверное, пора улучшать здесь до четвертого. Вышки. Так. Ну, пока так. Ну, неплохо, я думаю, неплохо. Один прошел. Ну, на 2 очка, правда, но один все равно прошел. Так, урон всех еще разочек берем. Отлично. То есть базовый бонус. И этот бонус. И у нас уже... О, 270. И у нас еще 5 роботов. Что, по-моему, не очень неплохо. Я думаю, что, в принципе, мы в состоянии пройти. Так, надо как-то улучшить замедление. Так, вот здесь, в принципе, перекрывает. Хотя здесь все, в принципе, и так перекрывается. Нет, вот здесь не перекрывается. Надо вот так сделать. Так, здесь у нас... Надо здесь лазера улучшить, а пулеметы будем улучшать потом. Пока для противодействия мелким группам монстров, в принципе, по большому, если счет убрать, есть 5 роботов вон снизу зелененьких этих. То есть, как бы, в принципе, есть смысл улучшать именно лазера, потому что мелкие группы зомби, которые вот здесь, я их просто взорву всех и все. Вот так. Оп. И все здесь. Нормально.
А вот что делать с этими? Давайте еще одну потратим. Пух. Не, муравьи не проходят, что меня вообще радует, на самом деле очень сильно радует. Так, два робота потратили, зато прошел без потерь вообще. Нормально, 9 уровень, без потерь, что, по-моему, неплохо. Без суперплюх, и сейчас, скорее всего, мне ракета попадется. Скорее всего. Что-то мне подсказывает. Так. Берем еще чуть-чуть урона. Ну что, надежда, мой компас земной. Три робота есть, чтобы пройти этот уровень. Как бы нормально. Надо где-то еще здесь чуть-чуть поулучшать до четвертого. Так, как-то где-то вот так. Не, ну здесь тратить я ничего не буду однозначно сейчас, что здесь пару штук этих пройдут, там есть более качественные цели, назовем их так, количественные, точнее. Профитнее гораздо будет потратить именно на них. То есть вот сейчас. Условно. Ладно, чуть-чуть прошло. Так, ну, муравьев пропустить не должны. Улучшим до 6-го пулеметик. И вон там идут. Вот так им дадим. Так, ну ладно, тут пока вот так. Я думаю, что больше не пройдут. В принципе, должно хватить урона. Ну, может быть, вот эти мелкие еще. Все больше пройти не должны. Я скажу, что этот путь, как бы выбор, да, не в ресурсы уходить, а в урон, достаточно очень, ну, мне больше нравится, чем через ресурсы, скажем так. Единственное, что я бы, конечно, попробовал еще раз пройти все это дело, но с бонусом на первом уровне повышения класса награды. Вот, то есть баф 40%, это, конечно, круто, но если бы он был со старта, то есть 230%, ой, 320, простите, практически 330% бонус лазеров, и вы видите, как все разваливается просто на части, меня определенно радует, но вместе с тем, скажем так. Так, надо здесь еще улучшить до третьего. С повышением уровня вот этих башен замедления, да, увеличивается радиус воздействия и урон. То есть монстры, которые стоят в этих кругах, они получают периодический урон. Вот. Такая тема. Ну, короче, в принципе, вот и все. 32 тысячи я нанес. Если будет интересно, я сейчас буду переигрывать это все, но показывать я это буду еще одно, наверное, видео скину. То есть вот сейчас я просто прошел, как прошел. Что падало, то падало. А следующая волна я буду... Следующее видео сейчас выкину. Может быть, вам просто будет интересно. Если нет, ну, значит, удалю там что-то. Да? Буду проходить... Несколько раз пробовать, пока не выпадут нормальные бонусы на старте.
И, возможно, получится пройти больше. То есть, ну, сейчас, условно, 32 тысячи я набил вот таким макаром. С использованием мехов. Вот этого всего. Все, надеюсь, вам понравилось. Сейчас чуть попозже буду записывать видео следующее.